По поручению главы города Зандина Акмазова административная комиссия, в состав которого вошли представители управления торговли, коммунального хозяйства, горводканала и правоохранительных органов, выехали на рейдовое мероприятие по факту загрязнения реки предпринимателями торговых точек и владельцами кафе, расположенных на территории рынка вдоль реки. Как пояснил представитель административной комиссии Ильмур Задиветов, все совместные усилия будут направлены на наведение чистоты и санитарного порядка в городе. По жалобам жителей нашего города, что бросают на речку вот этот мусор, вот мы выехали, комиссионно устранит вот эти нечисти, грязь вот эта. Вы видите, вот сюда привозят, выбрасывают мусор. Наши жители, чужие не возят. Ну вот сегодня мы вот решили провести рейд такой. Ну, хотим, чтобы порядок навести. На территории рынка самовольно построены общественные санузлы. Канализационная система проведена с грубым нарушением правил, в результате которого все нечистоты стекаются в реку. Кроме того, владельцы торговых точек и мест общепита выбрасывают в реку бытовые отходы. На злостных нарушителей санитарного порядка сотрудники полиции выписали протоколы об административных правонарушениях. Да, а месяц, полмесяца, сколько дней будет дальше? Давай сейчас. Сестра работала, она уехала, и я вместо него пришла. Пошли. Это сказать, Вы кто по национальности? Узбечка. Узбечка, русским владеете? Как обозначили участники комиссии, работа в данном направлении будет вестись регулярно. К индивидуальным предпринимателям, нарушающих правила санитарного порядка и экологической безопасности, будут приняты санкционные меры. Бика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».